Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марине Стик. Сегодня 17 ноября 2021 года. И в нашем питомнике ждет своих мамочек и папочек. Вот такой красивущий, шоколадный, с белым мальчик чихуа, которого зовут Марине Стик Милорд. Милорд уже засыпает. Мы только что кушали тыковку, играли, хулиганили. Теперь нахулиганили и засыпаем. А я хочу сделать поближе вот такие портретики. Да, скажи, ну я вот, скажи, Милорд, уже наигрался и хочу спать, пока мы собирались делать видео с мальчиком, с нашим красивым. Папочка этого мальчика наш Прянюшка, шоколадный триколор. Прянюшке недавно исполнилось 3 годика. И можно посмотреть видео, как мы поздравляли Прянечку с днем рождения. На сегодняшний день Милорд полностью привит 2 раза. Чипирован, прошел все карантины. Мальчик крепкий, костистый, очень яркий и нарядный, с красивыми большими ушками, как Чебурашка. Скажи, все играют, а меня не пускают. Что же это такое? У мальчика нарядный очень хвостик, белый кончик, как у Прянюшки. Господи, бедный пес. Портретик, портретик. И малыш с нетерпением ждет мамочек и папочек в нашем питомнике. И очень-очень хочет переехать в новый дом, где его будут любить, где будут о нем заботиться. И напоминаю, если вы гости нашего канала и до сих пор не знаете, наш питомник находится в Ленинградской области. Отправками щенков в другие города мы не занимаемся. Но это не говорит о том, что мы не продаем щенков в другие города. В интернете вы можете найти курьерские службы доставки питомцев по всему миру. А с нашей стороны мы обеспечиваем наших малышей ветеринарным паспортом со всеми необходимыми отметками, штампами, вакцинами для успешной транспортировки. Все щенки нашего питомника имеют метрики щенка и клеймы РКФ. А также наш питомник оказывает услуги по кастрации перед продажей щенков. По вопросам стоимости и приобретения просьба обращаться по телефону или писать в личные сообщения. Можно по телефону в форме СМС, я отвечу, но не голосовые сообщения, очень много рекламы, я не все просматриваю, я просто даже, если честно, не успеваю. Просто бросьте СМС, интересует стоимость Милорда. Оставайтесь с нами и не пропустите следующее видео с другими щенками нашего питомника, готовыми к продаже. Всем пока-пока и до новых встреч!